праздничный концерт в парке Александра Невского, несмотря на холодную дождливую погоду, прошел с полным аншлагом и бурей эмоций. Музыка оркестра Минобороны под руководством полковника Виталия Войнова, прекрасные голоса солистов. На сцене блистали лучшие творческие коллективы города-юбиляра и наши гости. Желающих выразить свою любовь бендерам много. Одновременно выступали вокалисты и танцоры. Например, под голос Виктории Лозинской танцевали ребята студии «Ника». Затем вышли мимы Народного драматического театра. Самое главное нашему родному городу – это процветание, побольше таких счастливых дней, мирного неба над головой и, конечно же, любви. Слово главе города. Роман Иванченко еще раз поздравил всех с общим юбилеем, поблагодарил всех бендерчан и гостей праздника. Приднестровская земля богата талантами, и сегодняшний вечер – это тому подтверждение. Это прекрасный оркестр Генерального штаба Министерства обороны под руководством Виталия Васильевича Войнова. Это замечательные артисты, это замечательные танцевальные коллективы, только бендерские. Мы благодарны нашим талантам, дорогие друзья, за заслуги перед Отечеством президента Приднестровской Молдавской Республики. Было принято решение о вручении ордена Потемкина Таврического городу Бендеры. Это наша с вами общая заслуга. Каждый бендерчанин может сказать, что Бендера – это я. Мы здесь родились, мы здесь выросли, ходили в детский сад, в школу. Мы здесь влюблялись, создавали семьи, рожали детей. Мы вместе делаем наш город изо дня в день все лучше и краше, комфортнее для проживания. Интрига вечера – лотерея, ценные призы, колонки, холодильники, стиральная машина от магазина «Хай-Тек». Среди других приятных сюрпризов – сертификаты на посещение бассейна, конного клуба, ужин в Латакана или поход в ЛДЦ для укрепления здоровья. Бассейн «Дельфин» на 8 посещений – это вам. Артем, ты рад? Скажи «нет». Нет. Молодец. Мама вкусно готовит? Скажи «нет». Да. Тут не про канала. Кульминация праздника – выступление группы «Доредос». В плотном графике знаменитостей нашлось время и для выступления в бендерах. Как можем мы не приехать в любимый город Бендер? На самом деле здесь потрясающая публика, добрые люди. Они всегда нас встречают с особым теплом. Не только в Бендерах, вообще в Приднестровье. В любом городе, куда бы мы ни приезжали, бы нас всегда дома встречают лучше, чем где-либо. Поэтому для нас честь выступать на этой сцене. И мы сами ждем встречи с нашей публикой, с нашими фанатами. Мы уже слышали, когда Артем, ведущий, говорил о том, что вскоре выйдет группа «Доредос». Я слышал, как реагировала публика, поэтому мы с нетерпением ждем выхода на сцену. У музыки и у творчества нет ни границ, ни национальностей. Неважно, в какой стране мы живем, на каком языке мы с вами разговариваем. Самое главное, друзья, это быть людьми. Потому что мы с вами живем под одним большим, красивым небом. Давайте будем любить друг друга больше, улыбаться друг другу. Будем транслировать в этот мир любовь. В репертуаре лучшие хиты, совершенно новые премьерные песни и даже музыкальное состязание между женской и мужской аудиторией. Шоу-балет добавил динамики и зрелищности. Зрители были в восторге и не хотели отпускать артистов. Песня «Константине» пели на бис вместе. Поздно вечером небо над парком озарилось эффектным праздничным салютом. После огненную эстафету приняли артисты театра «Омрам». Неиссякаемый фейерверк эмоций, разноцветные лучи, яркие вспышки света и пламени – все в честь родных Бендер.